внимание! Главное предложение только сегодняшнего дня – это жилет Варвара. Мы представляем его в прямом эфире. Главное предложение дня – это жилет Варвара. Самый любимый, необыкновенный, мягкий, тепленький, прикрывающий поясницу. Но это еще не все. За одну цену вы сегодня получаете не один жилет, а целых два, потому что это двухсторонний жилет. Вы можете менять свои образы. Это шикарная покупка на верхнюю одежду и под верхнюю одежду. Но обо всем расскажет наш эксперт Елена Цветкова. Жилет – это незаменимый атрибут в гардеробе каждой модницы. Он как раз нас спасает во время вот этого переходного периода, когда погода еще не определилась, остается она весной или есть еще небольшие намеки на весну, или мы сразу уже прыгаем в лето. Жилет мы носим круглый год. Зимой как дополнительная опция утепления, а сейчас период весна-лето-осень как полноценная замена куртки или легкому пальто. Обратите внимание, жилет у нас абсолютно прямого кроя. Это сделано не случайно, для того, чтобы, во-первых, мы могли под жилет носить одежду любой плотности и чувствовать себя комфортно. И для того, чтобы жилет красиво смотрелся на фигурах любого типа. Круглый вырез, глубокая пройма. И плюс ко всему жилет у нас простеган еще. Внутри есть прослойка синтепона ультралайт. Поэтому нас еще жилет с вами будет согревать. Итак, дорогие наши телезрительницы, самое лучшее предложение для вас. Давайте же встречать любимые цвета. Тем более, что цветотерапия. Здесь я, кстати, для себя выбрала бирюзовый цвет. А у меня в руках такой яркий, насыщенный красный цвет. Это цвет любви. А внутри красный цвет у нас черный. Посмотрите, то есть мы, когда выбираем красный, помним, что вторая сторона будет черного цвета. Также есть горчичный цвет, а внутри у горчичного идет бордовый цвет. Будьте внимательны. Так, а это еще не все. Смотрите, синий цвет жилета, одна сторона. А вторая у нас идет такого нежного, именно фиолетового оттенка. Вам, может быть, с экрана кажется, что это белый, но на самом деле это такой вот прям нежный фиолетовый цвет. Кстати, у меня еще есть один вариант расцветки, он на мне. Сейчас, девчонки, если вы не против, к вам подбегу. Конечно, приходите. Хочу тоже полюбоваться. Посмотрите, у меня розовый цвет, я уже розовым надела вниз, а вторая сторона у меня получается такого припыленного голубого оттенка. А у меня бирюзовый цвет, а вторая сторона вот такой синий. Обратите внимание, сегодня за одну покупку вы получаете сразу же два жилета. То есть фактически цена каждого жилета 999 рублей. Выбирайте обязательно, это лучшая покупка именно сейчас, сезон, когда мы с вами уже перестанем носить куртки, а на улице будет еще прохладно, как сегодня в Москве. Уже и снег, и дождь, и ты понимаешь, что вот такие вещи обязательно нужны. Так, размерный ряд от 48 до 66-го. Линась, подскажи, как выбирать? Ну, лично я вот просто я выбрала на размер больше. Ну, смотри, здесь я тоже советую выбирать на размер больше. Все-таки это жилет, и не нужно, чтобы он здесь нам прям так облегал фигуру. Он должен сидеть максимально свободно. Опять же, для того, чтобы мы же его на голое тело с вами не будем носить, правильно? Нужно позволить себе одежду любой плотности дополнять жилетом. Поэтому здесь на размер больше. Давайте пройдемся по нашим моделям. Обратите внимание... на меня. Вот у меня 40, обычно я ношу 46 размер. Так. В данном случае на мне жилет 48. То есть он сидит прям максимально свободно, и мне очень комфортно себя внутри него ощущать. Наша модель Ольга, она обычно для себя выбирает 56 размер. А в данный момент на ней жилет 58-го. То есть мы видим, насколько здесь идет глубокая, можно, да? Да, глубокая пройма. Сразу, да, плотный джемпер из хлопка. Прекрасно поместился у нас внутри джемпера. И видите, вот абсолютно прямой крой. Кстати, если, например, вот чуть тепло стало на улице, да, можем не застегиваться и оставлять вот эти именно две параллельные линии. Они делают фигуру более компактной. И в целом здесь жилет моделирует нам стройность, потому что здесь горизонтальная полоска, не стоит ее бояться. Это вообще самое главное заблуждение с точки зрения стиля. Здесь именно нас не пилят полоски, а они нам компактные более делают фигуру. И мне они служат именно таким домиком, да, для синтепона. Тем более, вот, что если едешь куда-то в отпуск, допустим, мы в прошлом году в августе ездили в Санкт-Петербург,
и там на Неве, конечно, ветра. И когда ты понимаешь, что с собой нужно взять огромное количество верхней одежды, а у тебя есть жилет Варвары, ты даже на теплую кофту, надевая такой жилет, получается, как куртку надеваешь, но при этом у тебя поясница прикрыта, при этом он выглядит действительно очень достойно, и мне что лично нравится – он не короткий, он закрывает бедра. Это огромный плюс для всех обладателей. Причем этих он фигур, с увеличением размера не укорачивается. Он остается длиной 68 сантиметров. Линия бедра у нас прикрыта. За счет прямого кроя у нас нет нигде никакого облегания ни в области груди, ни по бедру. То есть абсолютная свобода, что позволяет нам вот буквально за мгновение еще и трансформироваться, девчонки, переодевая жилет на другую сторону. И смотрите, какой здесь тоже очень хитрый прием. Одна сторона такая всегда более темная, да, очень, да, такого нейтрального оттенка, а вторая яркая. То есть мы здесь, знаете, настроение такое прям быть в центре внимания, надеваем жилет на яркую сторону. Хотим немножечко, знаете, так вот затеряться, да, и не привлекать к себе внимание. Мы выбираем такую более однотонную, спокойную расцветку. И причем ты посмотри, что мне очень нравится, даже по себе показываю, демонстрирую, что я застегнула также сейчас жилеты в синем цвете. То есть здесь бегунок, который перемещается, и вы совершенно спокойно застегиваете, действуете прямо сейчас и выбираете. Ленусь, подскажи еще, немного времени, но я точно знаю, что здесь у нас, вот посмотрите, какая пышненькая, да, пышненький жилет, то здесь есть утеплитель. Что здесь внутри, за счет чего у нас согревает? Здесь идет прослойка из синтепона ультралайт. Свое название он получил за счет вот этой вот именно невесомости. Покажем. Но при этом он отлично сберегает тепло. То есть вот я хочу отметить, что обычно подобные жилеты, они такие выглядят как дутики, они очень объемные. И, конечно, когда на нас такое объемное изделие, оно нам, ну, немножечко лишних сантиметров в тело добавляет. В данном случае, вот смотрите, да, вот так он выглядит. То есть у нас здесь есть стежка, внутри которой запечатан синтепон ультралайт, но при этом это не выглядит объемно. Вот оно преимущество современных утеплителей. Они греют, но уже не выглядят вот этими вот такими воздушными шариками. Все максимально продумано. И каждая строчка, по ней прошли закрепительным швом, для того, чтобы после стирки утеплитель не мигрировал и оставался в каждой строчке. Итак, мы еще раз напоминаем, жилет Варвара менее 2000 рублей, двухсторонний жилет утепленный, синий, бирюзовый, розовый, красный, горчичный, самая любимая цена.